В МВД подвели итоги конкурса на лучшее освещение работы правоохранителей в СМИ. Традиционно среди лучших журналистов оказалось и агентство теленовостей. В этом году жюри отметило работу нашего коллеги Юрия Шевчука. Специальный корреспондент стал одним из лучших в номинации «За активное содействие в борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков». При этом отдел криминальных новостей АТН уже много лет лауреат творческого конкурса МВД. Юрий Шевчук сегодня также был награжден медалью «100 лет внутренним войскам МВД Беларуси». Среди награжденных еще один сотрудник Белтелерадиокомпании, заместитель директора главной дирекции телеканала «Беларусь-1» Сергей Шишко. Безусловно, всегда приятно получать подобные благодарности, подобные медали от Министерства внутренних дел. Но в первую очередь я хочу отметить, что это хоть и именная медаль, но не только моя заслуга. Это заслуга всего агентства теленовостей, всей Белтелерадиокомпании. Ведь только нашей большой общей командой мы производим такие проекты совместно с Министерством внутренних дел, как это было сделано на 100-летие внутренних войск.